Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Сегодня я отвечу на вопрос, если собирать свои семена, вот постоянно, да, с помидор, с огурцов, еще с каких-то культур, будут ли эти семена, мои семена, более приспособлены к выращиванию на моем участке? То есть будет ли вот какая-то там генетическая, да, если говорить научным языком, генетическая, так скажем, приспосабливаемость у этого растения с годами вот отбора моего, будет ли она заложена теперь в этом сорте, и этот сорт, который я отбираю постоянно, будет теперь у меня на участке расти лучше, чем у всех? Скажу сразу, будет, но при некоторых условиях отбора этого сорта. Допустим, вы приобрели 10, 20, 30 сортов помидоров, посадили их, ну, те, которые вам понравились, посадили по одному, по два куста и посмотрели, да, действительно, вот эти вот хорошо ведут себя на вашем участке, вам нравится их урожайность, нравится их вкус, цвет, аромат, вообще просто шикарные, да, помидоры получились. А вот эти менее сорта нравятся, да, и вы понимаете, что вы их больше, ну, не будете выращивать. Итак, мы, например, отобрали из этих 20 три шикарнейших сорта, которые нравятся всей вашей семье, всем вашим знакомым, вам действительно нравятся, да? И вам предстоит собрать с них свои семена. И, конечно же, вы хотите, чтобы они становились с годами все еще лучше и лучше. Скажем так, у томата вообще очень большая изменчивость. То есть внутри одного сорта, если это не гибрид, у гибрида это, знаете, однородность. Вот его сгибридизировали, получили вот этот F1, да, семья, первая семья, да. И однородность прям вот буквально все до листочка, там, до помидорчика, идеально все ровненькое. По урожайности, по вкусу, там, по цвету. У сортов не так. У сортов всегда есть какая-то небольшая изменчивость. Один крупнее, другой мельче, один слаще, другой кислее. То есть каждый кустик, он как бы дает своеобразное какое-то поколение. Скорее всего, да. Это как раз и генетически обусловлено, потому что, ну так скажем, это происходит всегда. То есть всегда внутри сорта есть вот такая какая-то небольшая изменчивость. Так вот, ежегодно вам надо будет действительно замечать какие-то качества этого сорта, которые вам больше нравятся. Но обычно это вкус, цвет, урожайность, да. И именно с этих кустов надо брать томаты. То есть, вот, допустим, я далеко не научный эксперт в этом деле, да. Но, допустим, вот у помидора, у этого сорта, внутри самого сорта есть какая-то генетическая вот такая вот разнообразие. И попав на вашу землю, которая вот у вас есть, с той кислотностью, с той там структурой, с тем питанием, с той погодой, которая вокруг, этот сорт, ну как бы, воспроизводит все вот то вот разнообразие, где он был до этого выращиваем, до самых там ацтеков каких-нибудь, потому что это все там выращивалось раньше в Америке. Он вспоминает, что были ли такие условия. И он, да, были такие условия когда-то у меня, и я был просто тогда шикарным. Мне прям я прям цвел. Меня в райский сад посадили тогда. Конечно, это, ну, не так вот это массово, как я сейчас объясняю, да, вот так это прям происходит. Но все равно какой-то вот этот вот там крючочек внутри, да, этот вот какой-то там ген говорит, что здесь тебе будет хорошо, но только вот этой небольшой линии. То есть там из 10 один, или даже из 20 кустов будет всего лишь один куст вот таким вот более лучшим. Конечно, лучше, да, но тут по большому счету, давайте говорить, там сотню лучше, 1000 кустов, и отобрать из них один. Но у нас так не получается, мы так много не сажаем. Хотя понравившиеся сорта, вот эти три, чаще мы сажаем все-таки кустов побольше. Каждый год, естественно, обязательно нужно вести вот эту вот селекционную, небольшую селекционную работу.
То есть из всей массы посаженных растений выбирать самое лучшее, самое красивое, самое урожайное. В нем брать серединный какой-то помидор, тоже самый красивый, самый урожайный. Как я говорил раньше, да, откусили вкусный, все, на семена. Откусили даже уже, да, не просто его положили целым на семена созревать, а откусили и даже попробовали на вкус. Может быть, он красивый, но невкусный. Поэтому раз, откусили, положили, все. Из этого я завтра выберу семена. То есть и огурцы, и там, не знаю, кабачки, и морковь, и свекла, все, что вы хотите выращивать, семена, салаты, выбирайте из тех растений, которые именно в вашей земле, в ваших условиях проявили себя наилучшим образом. И таким образом, вот через несколько лет, но обычно, да, это, конечно, нужно 5, 7, лучше 10 лет, но если вам действительно это понравился сорт, у вас и пройдет это время. Вы получите сорт, который вы скажете: а вы знаете, у меня есть такой сорт, который нигде больше не районирован, а районирован только на моем участке, вот здесь вот. И он у меня такие пока показывает результаты и по вкусу, и по всему. Бывает по-другому, сразу скажу. Бывает по-другому, что определенный сорт, попав на ваш участок, говорит: ну что ты вообще, как ты, а куда я, ты вообще меня вот здесь посадили-то? Я здесь никогда не был и быть не хочу. И как бы вы ни старались отбирать самое лучшее из него, он с каждым годом будет ухудшаться. То есть тоже вот это разнообразие здесь, разнообразие каких-то генетических внутри сочетаний вот этих всех, да, опыт произрастания его, который заложен генетически в этом сорте. Он будет говорить: нет, чтобы здесь тебе выжить на этой земле, тебе нужно мельчать. То есть ты крупный, а ты с каждым годом будешь мельче, мельче, мельче. Иначе не выживешь. То есть дашь вот крупные сейчас какие-то помидоры на этой земле, и все. В конечном итоге отбор пойдет так, что ты здесь вообще помрешь. И поэтому и с каждым годом вы будете выбирать, но сорт будет хуже и хуже. Урожайность будет меньше и меньше. То есть это не ваш сорт, не для вашей земли, не для вашего климата. Такое тоже часто бывает, не надо об этом забывать. Так что, да, действительно, вот это волшебство своих семян, оно у вас обязательно сработает, если вы будете кропотливо год за годом выбирать наилучший вкус, наилучший цвет, наилучшую для вас радость в этом сорте, и в конечном итоге получите то, ну, тот шедевр, который будет великолепно расти. Так все помидоры раньше и отбирались, все семена тысячелетиями так и велся отбор. Например, сызранская наша помидора, да, самая шикарная. Вот из Сызрани столетия отбирали, 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 вот более тоненькой кожицы, более вкус шикарный, более урожайность, более ранняя, более сочная. И вот этим занималась вся округа, где как бы крестьяне, да, выращивали этот томат. Им нужно было лучшие, лучшие, лучшие результаты. Посмотрите, что получилось в итоге. Шикарный сорт. Шикарный сорт, который дает уже практически на любой земле реальные шикарные результаты, не только в Сызрани. Этот сорт теперь настолько стойкий, имеется в виду, не, так скажем, не вырождающийся. То есть каждое растение практически ровненькое, красивое. Но это 100 лет. Да, видите, но все же. И так много таких сортов, старых сортов, которые действительно реально отбирались не одной даже семьей, а многими семьями. Так что вот так это нужно учитывать, нужно это понимать, для чего вы это делаете, как это нужно делать, да? Надеюсь, что я вам объяснил. Если будут дополнительные вопросы, и даже не по этой теме, задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас будет много всего еще интересного. Сезон 2022 только начинается. Мы в своей фирменной косоворотки, рубашки, все наше счастье на столе. До свидания. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. До свидания.
Ты на меня не выключай.